Вологодская область, село Устье. Платон Воронько. День Победы. Читает Долганов Саша, 5 лет. Как лезли однажды деды, окна в сердце темнели, а проснулись на рассвете, должен свет, и нет войны. Можно больше не прощаться, на фронт не провожать, и на лёдах не бояться, ночных тревог не ждать. Люди праздник проведут, если битва, все концы. С фронта едут наши деды и отцы. И смешаясь на платформе шума радостной трубой, сыновья в военной форме, и мужья в военной форме, и отцы в военной форме, что с войны пришли домой. Здравствуй, воин-победитель, мой товарищ друг, мой защитник, мой спаситель, красной армии солдат.